Мингорисполком ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь заполняемость зрительских залов составляет не более 50%, а при рассадке посетителей должна сохраняться дистанция в 1,5 метра. Многие кинотеатры в Минске закрывались из-за пандемии, но теперь изменили методы работы и зрители вернулись на сеансы. Дополнительной мерой с наступлением пандемии стала рассадка зрителей. Как и многие минские кинотеатры, использовали рассадку через ряд. Сейчас мы используем другую рассадку, так как зрители приходят по двое. Получается шахматная рассадка через два места. Наши зрители приходят в кинотеатр, должны одевать маски. Кассир не продаст билет человеку без маски. Кинотеатры столицы имеют большие залы, что также предотвращает распространение коронавирусной инфекции. Увеличено расстояние между сеансами по времени. Это дает возможность для обработки залов, проветривания. Работают специально обученные люди. Все ради безопасности нашей, поэтому вполне нормально. Так как я одна сейчас, мне хорошо. Достаточно отношусь положительно, а как по-другому? Мне кажется, что это правильные меры в связи с ситуацией в мире.